Проблема уборки снега волнует не только жителей района. Власти бросили все силы, чтобы справиться со стихией. Расчищаются тротуары и дороги, но, к сожалению, это не быстро меняет ситуацию. Этим вечером снег снова засыпает муниципалитет. Сегодня в ночь люди выходили, находили людей. То есть ситуация очень и очень и очень, поскольку наш народ сегодня пишет в Добродел, посылает все это. И то надо закрывать, и улицу надо чистить. В общем, вопрос очень сложный. Если у кого-то есть техника на примете, свободная с трактористами, то можно обращаться в городское поселение, мы ее пристроим. Обсудив острую тему и пути выхода из кризиса, депутаты продолжили по регламенту. В повестке дня 10 вопросов – градостроительная политика, муниципальное имущество, здравоохранение и кадровые перестановки в администрации района. По каждому пункту было проведено голосование абсолютным большинством. Было вынесено положительное решение. Уважаемые коллеги депутаты, поскольку денежное довольствие руководителя администрации согласовывается депутатами, и этот вопрос тоже мы вынесли в качестве решения. Прошу вас поддержать его. Это денежная выплата на лечение и оздоровление за 2018 год. Собственно, вопрос технический, каких-то дополнительных пояснений не требует. Вопросы? Нет. Предложение принять. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Также депутаты заслушали итоги оперативно-служебной деятельности межмуниципального управления МВД России Одинцовской за 2017 год. За 2017 год в дежурной части Одинцовского района поступило 85 202 заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и нарушениях. Произошло увеличение на 11% по сравнению с аналогичным периодом, соответственно, 2016 года. Наряду с этим общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился на 8% и составил 4694 преступления. В ходе работы администрации района появляются вопросы, решение которых зависит от депутатов. Именно поэтому в уставе совета предусмотрены не только очередные, но и внеочередные сессии. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».